Великий архитектор Карл Иванович Росси родился в Неаполе в 1775 году. В 1786 году семья Росси-Лепик получила приглашение выступать в Петербурге в Большом каменном театре. «О-ля-ля», — сказал Шарль Пик по-французски. «О майн год», — сказала мама Гертруда, потому что ее родным языком был немецкий. А Карл ничего не сказал. Он воображал себя полководцем. Отчим Карла, Шарль Пик, был танцором и постановщиком балетов. Его мама Гертруда Росси была известной балетной танцовщицей. Пока родители были заняты на репетиции, Карл отправился исследовать театр. «Тишина!» В 18 веке для смены декораций использовались канаты, барабаны и зубчатые колеса. Ой! Ай! Эй, стой! Откуда ты вообще взялся? Как красиво! Белиссимо! Шарль Пик был одним из тех, кто превратил балет в самостоятельный спектакль со своим сюжетом и драматургией. Сюжеты чаще всего брали из античной мифологии. Браво! Ну как, Карл, понравился тебе балет? Спросила мама. Да, конечно, ответил Карл. Но думал он о другом.